Очень интересный контраст между Грозным и Махачкалой. Я вот могу сказать, что вот едешь, когда вечером по этой трассе из Грозного в Махачкалу, там проезжаешь какую-то речку, мостик, где граница Чечни и Дагестана, и вот с чеченской стороны тьма, тишина, мертвая совершенно. Только переезжаешь на дагестанскую сторону, а шаурма, шиномонтаж, заходи, дорогой, кофе, кофе, шашлык, чебуреки. И вот, и сама Махачкала потрясающая, живой, веселый город, дискотеки, весь в огнях, до утра гуляет молодежь, отовсюду гремит музыка, морской берег. Абсолютный контраст, вот два кавказских региона, абсолютный контраст между такой замороженной, запуганной, молчаливой, мрачной Чечнёй и такие гуляющие на все сто, очень похожие на какой-нибудь там Стамбул или какую-нибудь Одессу Махачкалой. Вот два региона.